добрый вечер, дорогие подписчики, с вами Джейден, и добро пожаловать в игру Конан. Ну что, ребят, продолжаем играть. Я прочитал ваши комментарии, и некоторые мне подсказали о том, что нужно сделать раба с помощью вот этих вот гадов, которые вокруг тебя обитают. Но для этого ты, типа, должен скрафтить много разных ингредиентов. Допустим, ты должен сделать кашу. Я такой подумал, как же, что там, загуглил, и понял, ребят. Вот здесь вот нарисовано, где рабы. Все помнят эту штуку, которую мы сделали. Трудом и потом. Вот эту кашу, которая нарисована. Да? Вот здесь вот каша номер один. Блин, вам, наверное, моего курсора не видно. Но, думаю, так было понятно. Эту кашу можно сделать вот здесь. Для нее вам понадобятся растительные волокна и семена. Вот, каша получается. Давай, готовить. Пожалуйста, она крафтится, вот она. Кажется. Давайте мы сделаем, насколько сможем. А потом пойдем искать этих гадов. Только мы их не будем убивать, мы их будем ловить. Надеюсь, у меня все получится, и я не продолжаю. Хотя, могу и продолжать. Чтобы поймать этих ублюдков и сделать из них раба, я должен... насколько я помню, насколько вы писали, насколько я прочувал, нам надо с вами, ребят... взять дубину в руки. То, что мы сделали уже. Я-то все сделал, я только не понял, как пользоваться. Короче, я должен дубасить, а потом веревкой как-то опленить его. Блин, это сложно. А если их там будет двое? Вон они, один. Вижу, сидит гад. Вам видно? Сейчас будет битва. Так, сейчас этот его убьет. Это лучник еще. Там их двое. Давайте мы одного убьем, а второго пленим. Как вам план? Лучника убиваем. Или давайте убьем сначала... Убьем этого. Давай, боец. Помогай мне, гад. Маленький, помоги мне. Твою мать. Больно. Готов. Так, остался лучник. Мясо кушай, семерка. Дубину в руки. А теперь дубась его. Дубась. Блин, он меня убивает. ХП мало. Так, я отступаю, ребят. Я отступаю. Я провалю. Он еще и стреляет из меня из лука. ФПС упал. А, сил нет. Беда. Стреляет, гад. Убегаем. Убегаем, продолжаем убегать. Просто бежим. Фу, это было жестко. Все, музыка прекратилась тяжелая. Надеюсь, он меня больше не преследует. Но теперь он остался один. А если он один, то я смогу с ним справиться. Просто их там было двое, а я как бы еще в плохой одежде. Нам остается лишь покушать. Попить водички. Блин, как же сложно было-то. Ой-ой-ой, раба сложно ловить. С такой-то одеждой. А теперь погнали обратно. Его одного мы сейчас дубиной задубасим. Надеюсь, у нас получится, и он не убьет нас первее, чем мы его отдубасим. Твою мать бы. Ребят, он сражается с кем-то. А если он умрет? Видите, да, его? Вот гад. Эта ящерица сейчас его убьет. Это моя добыча. Помочь, что ли, ему? Блин. Черт. Он меч еще достал откуда-то. Он его убил. Да твою ж мать, я тут что, зря только... Да как так? Нет. Зачем он напал на него? Он же вроде... Ага, он на всех нападает. Ну давай! Сильный гад! Сражайся! Давай! Готов! Ну хоть с него шкурцу сдеру. Блин! Шкурца! Из тебя тоже шкуру! Как много шкуры-то здесь! И где-то должен быть еще труп! Так, шкуру взял, это шо? Стрелы, мне это не надо.
Ну, жалко. Пойдем, найдем еще какого-нибудь раба. Думаю, их тут полно. Они где-то должны здесь обитать. Но их по двое, вот в чем подвох, их всегда двое. Мне нужно, чтобы это был один какой-нибудь. Одного сложно найти, но я найду. Тихо, живи, маленькая. Живи. Дубину возьми. А теперь дубась ее. Главное, раздубась эту бабу. Давай. Я знаю, ты справишься. Дубиной. Только не убей. Твою мать. Как же сложно. Она меня кромсает мечом, а я дубина. Это сложно. Она еще не попадает иногда. Главное, чтобы ХП не отнималось у меня. Надо лечиться. Давай. Что я сделал? Без сознания. Как в арке прям. Веревку используй. Веревку. Блин, я нажимаю на 5. Давай же. Нажмите, чтобы тащить. Ну, как? А, во! Смотрите, пацаны, я поймал бабёху. Правда, странно, что я и сам баба, но... Ну да ладно, как бы... Камон. А вон мой дом. Я его, кстати, чуточку выше сделал. Вы, наверное, уже заметили, да? Крыша стала выше. Двухэтажный немножко сделал. Эй, слышь? А ну, давай. Так прикольно волочиться. Вот это, понимаю, ребят. Взяли, отдубасили бабу. И давай тащи ее через 3-9 земель к себе домой. Ты там плывешь, надеюсь? Да, плывет. Забавно. Надеюсь, она не очнется. Сейчас мы ее кашкой подкормим. Лады. ХП меня чуть не убило, гад. Давайте жучка сожрем. Нормально. Так. Осталось немного. Надеюсь, ты не встанешь, слышь? Ее там уже перексоебило, походу. Сейчас главное не продолжать. Я ее приместил сюда. Все. Так, все. О-о-о, не дергайся, слышь? Мать. Давай, теперь. Левел дали, блин, убери этого экранчик. Вот, раб есть, вот у меня раб. Да, убери ты задания свои. Каша. Что еще надо? Каша, все, использовать. О, готовится. Что-то делается. Что-то компостится. Надеюсь, это раб. Фу. Ну, ништяк. Только она пропала куда-то, видимо, превратилась в... Смотрите, как красиво стало. Как солнце заходит и восходит. Вот мой дом, кстати, давайте я вам пока покажу. Я сделал второй этаж. Вот эту булку вы помните, да? А я еще добавил второй этаж. В общем-то, ничего не изменилось. Факел в руки возьму. И вот такой вот домик. Ништяково. Нравится? Ну, ты мне тоже. Ну что, ребят, ждем. Я думаю, что вот эта штука, вот, немножечко белая, когда она до конца дойдет, раб, получается, будет готов. Думаю, что так, давайте ждать. Пока мы ждем, можно, в общем-то, зайти домой и приготовить еду какую-нибудь себе. Пожарить, например, мяско, вот, пожалуйста, погнали. Вкусная мявка у нас будет теперь вместо жуков. А то жуками питаюсь, это как бы не особо, да? А сейчас у нас будет мяско. Прошу, убери факел. Костерочек, чтоб горел дома. Во, это понимаю, бал... Вот. Кушаем мясо, восьмерка. Ням-ням. И ХП сразу прибавляется. Чудно, пьем водички. Кто там? Кто здесь? А ну! Я злой. Не подходите к моей хищине. Еще раз мясо съедим. И у нас ХП почти восполнится. Что происходит-то? У меня груди, что ли, дергаются, или что это? Что за сражение? Вот так вот, ребята, выглядит второй мой этаж. Кто не видел, тут ничего, в принципе, не стоит. Я его просто сделал, чтобы было. Гиены где-то орут, кричат. Мой дом! Так, я покушал. Мне, походу, не хватило, еще кушаем. Чтобы полностью восстановить свои силы. Так, половинка нормально, быстро добывается. Плюс раб, точнее, рабыня.
Что же мне с ней делать-то с этой рабыней? Как думаете? Тут у меня на втором этаже, кстати, тоже сундучок стоит. Вот, тут у меня дерево и вот эти вот веревочки есть. Даб-даб. Ну, давайте посмотрим, что у нас там осталось-то по этому... по этой рабыне. О, ну совсем чуть-чуть. Совсем капельку. Не знаю, что произойдет, но сейчас, походу, что-то выполнится. Надеюсь на это. Давай, ждем. Печка ждет, тут раб ждет. Ну и мы ждем. Ну. Совсем капельку. Каши-то много съела. Вот обжора. Заведите себе рабыню, она будет кашей питаться. Не знаю, чем она будет заниматься у нас. Но что-нибудь придумаем. Пусть дом охраняет. Шо? Кто плачет? Это ты? Так, все, факел можно убирать. Настал день. Ночь очень быстрая здесь. В арке они подольше длятся. Где моя рабыня? Слышь, ты давай там это самое, как его, выкакивай, рабыню мою. Ар? Ар? Шо? Не понял. Взять? Вес 50, обалдеть. Ну, в принципе, нормально. 50 это терпимо. Поднять Мау. Я не понял, я ее забрал? Где она? Так, давайте вместо жучков ее используем. 8. А? Здорово, кста. Ты как там, нормалды? Куда мне тебя присунуть? Куда же мне тебя поставить-то? Аля, какая фырфа. Давайте мы прям возле дома вот так вот зафигарим. Готово. Замарийский изгнанник, боец. То есть она боец. Оу, ма. А мы с тобой как бы... Даб-даб. Ништяк. Я могу ей что-нибудь приказать? 480 хп у меня, нормально. Уровень 0. Время на кормление 6 дней. На кормление? У нее есть каменный меч, кстати. Рацион. Питается стейками разными. Мясными. Но, блин, а? Че ей дать-то? Яйцами питаешься? Нет. Яйцами. Не нарисовано, что она питается яйцами. Другого-то у меня пока нет. Ладно, проживет, надеюсь. Вес доспеха, что мы еще тут можем у нее посмотреть. Ну ничего, все, она просто воин. Что мне с тобой делать? Патрулировать? Открыть снаряжение? Следовать, приказать, типа, да? То есть она охраняет и все. Ну я понял. И вот вам, пожалуйста, ребят, сделали такую фырку-балдулбу. Нормально? Шо? Продолжаем свой путь. Может быть, еще одного раба возьмем? Не, нихуя. Так, семка и яичко. Готово. Я тут пока бродил по всем местам, обнаружил на станции, ребят, одежду. Теперь мы с вами можем сделать одежку. Я уже сделал легкие подгонки, вот эти вот, которые нам нужны, чтобы полностью соорудить себе новую одежду. Давайте же сделаем что-нибудь. На что у нас вообще хватает это все дело? Например, набедренный китайский наемника. Не знаю, что это, но я могу это сделать. Давай. Почему бы нет? Дальше идем. Давайте будем собирать сет только китайского. Если уж на то пошло. Но могу и яматанский сделать, но раз уж одно, так одно. Так, идем дальше. Нам надо найти... Во. Панцирь китайского наемника. Давай. Панцирь есть. Ботинки. На ботинки не хватает подбой легких сапог. У меня он вроде один есть. Не хватает два, да? Сапоги. Во. Подбой тяжелых, а надо легких. Во. Давай. Раз. У меня вроде два было где-то. Нет, один шоль. А что такое? Грубые обмотки. Ну ладно, давай еще один сделаем, если у нас хватит. Но блин, у меня шкура кончается. Нет. Так нечестно. Так что у нас там для ног? Ноги. Вон они. Фу, хватает. Все, ребят, сейчас переоденемся. На шлем у меня не хватило. Будем без шлема, шо? Это я все. Как это? Забираю, наверное, шо? Сразу не одевается она. Все, ничего не упустил. Кто рычит? Кто-то рычал. Так,
И давайте мы переоденем ее. Опа! Опа! Во! Уже в одежде, уже что-то новенькое, уже интересное, и для головы у нас не хватило все-таки. Вот такая броника получилась, ништяковая. Пойдем выйдем из убежища. Пока я это все копил, эти ресурсы, ребят, уже много-много лет прошло. Вам это показалось как лишь секунда, но я собирал яйца, у меня 34 яйца к 100. Жучок. А во, такая на нас теперь бронька. Тупо, смотри, какая стала боевая женщина. На это стало похоже, как ее там зовут, на Бриену из Игры Престолов. Сиськи и драконы, то есть сиськи закрыты теперь. Бля, какие, она все равно шевелится. Шо? Шо? Ну что, ребят, что будем дальше делать? Дальше, я думаю, нам нужно скрафтить оружие ништяковое. Чтобы скрафтить хорошее оружие, я должен его где-то найти. Ремесленный стол. Тут у меня какие-то, не знаю, статуи только присутствуют. Я не знаю, где мне крафтить оружие. Тут у меня что? Тут тоже статуи разные. А во, что это? Ремесленный стол. Блин, не то. Может быть, я вообще не изучил его. Где моя одежда? Параметры. Таланты. Боевое оружие. Угу, вот это, да? Я его изучил или нет? У меня даже разблокировать не написано, то есть я слишком маленького левла или шо? Не понимаю, ладно? Тут среди неизученных у меня есть плотник. Почему я его не изучил, я не знаю. Он мне нужен или нет, я тоже не знаю. Котелок для огня. Тут мы будем добывать водяная сфера какая-то. Масло, алоэ. Что-то интересненькое, стальной огонь. Только не знаю для чего. Подмастерье мясника. Для чего эта штука? Железный нож с корняка. Ага. Ну, давайте сделаем, видимо, для кожи. Думаю, понадобится самое то. Чё? Жернов. Окей, Жернов, я тебя тоже разблокирую. Возможно, ты нам понадобишься. Но это уже идут изготовления. Начинающий повар. О, это же я. О, рыбак. А чё я это раньше не делал? Ляписос. Вяленые продукты. Не-не-не-не, на рыбаке мы остановимся, я рыбак еще тот. Ученик жестянщика. Это для чего нужно вообще? Опа, простой набор, ремонтный набор. Ага, для оружия. А как мне крафтить само оружие? Младший зверовод? В смысле, человеческое мясо с синим цветом, блюдо с приправой? Не понял, я что могу теперь сделать, зверовод? То есть я могу там зверей, что ли, пасти? Шо такое интересное, ребят, у нас началось. Но оружие крафтить я так и не научился. Печалька. Доспехи. Ладно, все, давайте, что сделаем? Рыбак. Я рыбак еще тот, поэтому... Здорово, кста. Что делаем? Охраняем, да? Да. В общем, погнали к воде. Будем крафтить где-нибудь здесь, у воды. Шо? Давай. Ты же у нас рыбак, шелк. Рецепт шелка появился, прикинь. Забор нам не нужен. Нам надо рыбак. Во! О! Ловушка для моллюсков. Либо ловушка для рыбы. Бечевка нужна. Ладно, сделаем бечевку. Опа. Сделать. Давай. Ну и теперь соорудим ловушку. Сделать. Давай, ставься куда-нибудь. Блин, мне некуда стакаться. Убираю жуков. И... Она у нас на восьмерочке. Вот она, эта ловушка для рыбы. Не знаю, как мне ее разместить. Где рыба вообще есть? Шо? Нырнуть можно? Не получается даже нырнуть. Тут рыбы-то нет. Как мне? В смысле, без рыбы-то? Надо где-то найти рыбу. Для начала, а потом уже ее поставить, или она сама по себе, то есть, добывается. Ай, короче, я не знаю, давайте мы просто ее разместим. Все. Это, наверное, самая глупая затея из всех моих затей, но... Ну и что мне с ней делать? Так, тут... Ага, жучки нужны, то есть рыба, наверное, сама по себе на эти жучки придет. Так у меня вроде есть такая... Блин, я их выкинул. Я их выкинул. Ладно, мы их сейчас наберем, их изи собрать из разных этих, из травы, короче, эти жучки набираются, да, хопа, хопа, видишь, уже червячок появился на восьмерочке. И таких жучков нам как минимум нужно штук 5 или 6, или хотя бы 10, чтобы одну ребенку хоть поймать.
Чопай. Чтоб не засмеяли это, да? Даб-даб. Так, собираю жучков, у меня уже 3 штуки есть. Ищем еще. А я этих насекомых кушал, думал, что типа они не пригодятся, но вот, ребят, тут в этой игре все нужно для чего-то именно. Например, сейчас мне здесь горцк нужно, чтобы сделать рыбу. Вот, а я жрал, надо было копить. Эх, знал бы я, копил каждого моллюска. Ну все, я добыл вот этих жучков. Так, и рыба сама по себе делается, то есть она уже ловится из ниоткуда. Ясно, ну пусть ловится, когда сделается, я приду. Уже стемнело. Прикольный глиняный домик. Тап-дап. Ну что, ребят, что будем делать дальше? Я что-то еще сделал, вроде бы, нет? Вот этот журнал, я не понимаю, что это. Глава первая, глава вторая. То есть это что? Заблокируйте атаку. Угу. Возможно, это сюжетная линия какая-то идет. И я ее таким образом прохожу. Характеристики. Мне немножко осталось для вот этой штуки. Это у нас будет трудяга. Вы добываете материалы 2 раза быстрее. Жду, пока накопится очко. Так, что я могу сделать еще? Жернов. Давайте сделаем жирового. Не знаю, что это, но пусть будет сейчас на 8-ке. Она у нас появится, и мы его сюда в уголочек его разместим. Давай. Как долго оно делается, вот вы можете наблюдать его справа. Еще немного, съем пока яйцо. Из-за этих яиц у меня перевес большой. 35 яиц набрал. Ой, шакалы. Защищай. Я тебя вижу, кста. Ты смотри там. Не погуби наш домик, окей? Уайт стоит, защищает нам она. Так, 8-ка. Вот она, штука. Не знаю, что это. Но пусть будет. Что я могу сделать? Кости. Кости я могу перемолоть в какую-то херню. Вот не зря я копил кости. Я думал, мне они понадобятся когда-нибудь. Пожалуйста. Кости. Какие-то гребаные кости даже здесь нужны. Все. Оно перерабатывается в костяную муку. Вообще не знаю, для чего мне это. Но думаю, будет полезно. Так, идем дальше. Что я еще сделал? Что я изучил, чтобы... Верстак коваля. Кирпич и железный брусок. О, 75 железных брусков. Они же так трудно крафтятся. Как мне их сделать-то? Так, погоди-ка, у меня одна идея появилась. Сейчас, ребят, дойду. Я очень медленно иду. Вы потерпите. Давай. Думаю, в этой печи я смогу... Ой, я устал уже. В печи я смогу расплавить наш с вами камень. Нам нужно топливо, да? Дерево. Нет, не могу. Типа, из него может глина делается, или это не здесь? Я думал, это так работает. Но, походу, нет. А где мне растопить, чтобы сделать глину? Я вот это вот не понимаю. Шкура, кста. Я совсем про нее забыл. Ну, тут у меня ничего и нету. Ясно. Тогда пока эта штука верстаковали отпадает. Инструмент для работы по металлу. Вот я думаю, в нем и куется это самое... оружие. Но, блин, железный брусок. 75 штук, ребят, это очень сложно. А кирпичи я не знаю, где вообще добывать. Верстак плотника. Ну, от плотника могу. Плотника могу, это 400 дерева надо. Многовато. Во, я научился. Мне нужно было нажать лишь на play. То есть я же не нажал на play. И вот кирпичи у нас пошли, ребят. Нормалды. Засовываем сюда железную руду, которая у меня была в рюкзаке. Блин, ништяк, но этого все равно мало. Мне как минимум надо еще половину где-то раздобыть. Если мы нацеливаемся, чтобы сделать это, кирпичи и железный брусок, и еще и это. Ладно, ребят, я пошел работать. Камень. Дерево. Монстры. Камень. Дерево. В рюкзак все это дело переносим. Камень. Дерево. В рюкзак все это дело переносим. Камень. Дерево. Стой. Все, переносить мы не будем. Теперь мы забираем обратно. Итого я накопил 700 и 600. Ох, ребят, сложно было. И веточка еще. Готово. Все, теперь попробуем сделать что? Я уже на самом деле пока собирал, забыл, что я делаю. Мы с вами хотели сделать какой-то алтарь. Один из алтарей. Вот эту штуку
Этот балдулбо. Готово. Сделать, говорю, ты боё, а для этого нам надо кирпичи и брусок. Железо у нас там затомилось, наверное, и кирпичи. Ну-ка. 50. Мало. Кирпичи еще имею. И беда. Ну, мы сюда добавим сейчас кирпичи. Давайте разделим половинку. Давай. А вот железо нам надо идти далеко и добывать его там. Ладно, это мы тоже сделаем. Вообще-то несложно. Давай все вот положим. Ну и дерево пусть томится. Пусть делается. Кирпичей нам, думаю, понадобится много. Ну, это сюда тоже положим. Это тоже сюда. Никто же у нас это не заберет. Вот, чтобы рюкзак не был заполнен, мы сейчас, ребят, пойдем за железом. За вот этими железными кусками. Даб-даб. Сейчас вы увидите, как они добываются. Вы, наверное, уже не видели их даже. Все. Сейчас мы побежим. Я уже знаю примерно их место. Рыба, рыба ты моя. Яйца я в рюкзак тоже положил, но почему-то я наполовину все равно перегружен. Чем я наполовину... Я понял, чем. Я поймал вкусную рыбу. И невкусную рыбу, лол. Забавно. Поймайте рыбу, у меня даже задание выполнилось. Вот еще червячки есть, жучки. Давайте, рыбу, ловитесь. А эту рыбу можно пожарить? Сейчас попробуем пожарить. Сначала мы поставим верстак дома. Мне игра, ребят, подлагивает немного, извините, пожалуйста. На ноутбуке играю. Вот. Что это? Мы его сейчас разместим где-нибудь дома, если это возможно вообще дома размещать. Нет, думаю, что эту штуку лучше размещать где-нибудь на улице. Будет куда практичнее. А, у меня же второй этаж есть, я забыл про свой второй этаж. Че, балдуба, забыл? У тебя второй этаж? Готово. Что же могу сделать на плотнике? Рабский горшок. Для чего? Туфта. Зря только я его делал. Полная-полная туфта. Буду теперь знать. А теперь я хочу пожарить мяско. Рыбу. О, тут уже протухшие. Ну, думаю, протухшие тоже куда-нибудь надо будет. Ну-ка. Рыбу дел... Ты что сделал? И хор какой-то. Что это такое вообще? Не понимаю. Ладно. А вкусную рыбу что? Смотри-ка тоже. Готовая вкусная рыба. А это мы сейчас будем хилиться по дороге. Нам ведь нужен хил. Потому что нас будут жестко нападать. Мясные обрезки тоже будем хилиться. Вот. Нормально. А вот и вкусная рыбка. Готовую вкусную рыбу тоже возьмем. И хор не знаю, что это. Ну, да ладно. Погнали. Водички пьем. И плывем на место, где есть железо. Так, так. Переплыл. Надо быть осторожными. Здесь очень много монстров. Чуть дальше выходишь по острову, ребят. Чуть дальше монстров. Я всего лишь что здесь у своей палатки остался. Совсем в начале игры. Да, сколько всего нам еще предстоит. Нам надо вот на этот кружочек. Там есть много железа. Сейчас я вам все покажу. Побежали. Надо еще переплыть еще одно место. Давай, пумфырка, плыви. И вот где-то на этом острове должны быть куски железа, то есть руды. А потом из руды мы делаем железо. Вот они. Вот так они выглядят. Добываем. Готово. Тут есть опасные существа. Где? Крокодил, мать твою. Давай. Давай, крокодайл. Как мне заблокировать атаку? Мне надо по заданию за... Твою мать. Как мне это сделать? Блок. Я не знаю кнопку блока. Ладно, добиваем. Так. А вот гад, он мне кровотечение пустил. Надо кушать рыбу. Съел вкусную рыбу. Кровотечение останавливается. Алло. Лечись. И долго бы... А вот все прошло кровотечение, господи. Как же мощно. Но хотя бы с него я соберу клыки, которые мне не нужны. Ладно. А еще тут есть разновидности вот этих огромных балдудубоя. Я не знаю, они нападают на меня или нет. Вроде как они... Ай-яй-яй, я понял. Они злые. К ним лучше не подходить. Я лучше вот покопаю руду. Ай, воу-воу-воу-воу-воу. Он сагрил на меня маленького. Хочешь подраться?
Гад, давай, сейчас покажем ему, на что способны норды. Нордхеймы. Давай. Вот так вот. Давай, маленький. Вот я не знаю, как блокировать. Давно бы уже научился, если бы знал, как блокировать настройки. Управление, клавиатура, мощный удар, взять уклонение, прибен быты. Прито функции прыгнуть, присесть, бежать, и переправлю автобег, даб-даб. Нету. Нету того, чтобы блокировать. Возможно, нужен щит. Только потом можно блок делать. Понял, принял. Щит у нас получается не изучен, да? Где у нас там таланты? Таланты, оформление, выживание, оружие. Щиты я не изучал. Где-то они были, вот они, щит. Защитник, твою мать, надо было изучить эту штуку. Ой, дурак. Так, надо похилиться. Кушаем мясо, кушаем рыбу, пьем воду и добываем. Так, здесь тоже добываем. Еще кусочек. Так, здесь еще один кусок. Копаем. Во, готово. Более-менее, 22 штуки только, блин. Добываем. А вот в этой области, я помню, были шакалы. Если они сейчас будут, мне не повезет, наверное. Ай-яй-яй-яй. Сражайся или сдавайся. Давайте, шакалы. Вечи мне наносят. Так. Так. Давай. Блин, пол хп снесли. Вот гад. Ладно, лечимся. И вот тут есть еще одна руда, которую нам надо добывать. Сражайся! Давай! Всегда по двоих нападают. Левел дали, прикинь? Давай, за сражение! Я устал! Силы кончились! Жесть! Готов! Если бы силы не кончились, один ударчик. Добываем! Ну и все, нам нужно отправляться домой. Смотрите, какие статуи. Статуи величественные там стояли. Так, мне бы сейчас не заблудиться, я ровно иду к своему дому, подстилки, к подстилке своей иду. Вон две статуи стоят огромные, балдолбы. Пойдем. По пути заберу яйца чьи-то. Опа, еще. Я возьму, окей. Готово. Где мой дом? Твою мать! Пока на карту смотрел, он меня убил. Не убил, жив. Бежим. Я не туда бегу. Да убери карту! Твою мать! Нам надо... Дай! Говорю, да боё! Он даже шелохнуться мне, да помоги, дружок! Кто это был, не знаю. Все. Мне куда-то в эту сторону. Ты перестанешь за мной... Я понял тебя. Ладно, побежали дальше. Доведут тебя до дома, почему бы и нет. Айда, айда, идем. Беги за мной. Давай, давай, по всему. Давай по всей игре еще будешь за мной. А, ну да, ты еще и достал. О, давай, давай. Так, я принес. Давайте закинем еще этого железа, но это все равно, думаю, будет мало. У меня есть 51 штука. Если они стакуются по 2... Получается, тут 60 еще. Итого у меня 80 штук, правильно? 80, а тут у меня кирпичей 90. 80 и 90. Давайте посмотрим. 80-90. 80-90. У меня хватает по всем параметрам. Ебой. Главное дождаться, пока оно все нет самое сделается. Да-да. Так уже посветлело, поэтому и уберем факел. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот они. 85, отлично, и кирпичи есть. Все, все прям, вот прям, все идеально, прям, ты боё. Так, и что мы теперь делаем? Мы теперь можем сделать вот эту штуку. Верстак ковыля. Верстак броника есть, ковыль остался. Ну все, делаем, пока снимем яйцо. Съел. Доволен. Ждем. А куда мы его разместим? На втором этаже, конечно же. У меня же дом второй, да, я забыл про то, что у меня есть дом на втором, это самая штука. Во! Это похоже на кузницу, где мы сможем переплавлять оружие. Оружие, ребята, оружие новое. Ём твою мать, вот то, что мне нужно было. Обалдеть.
Наконец-то, эпичный топор сделать всего лишь нужно-то, подумаешь. Но для начала мы должны сделать вот эти вот железные кирки, чтобы из них добывать улучшенное. То есть быстро все собирать и добывать, а потом все остальное. Как же офигенно много всего. А из этого ножа нам тоже нужно сделать, чтобы много шкуры добывать. Ляписос, началось, поехало, ребят, началось все. Так, у меня по 10 штук осталось. Сколько надо, чтобы кирку? 20. Блин, еще надо где-то раздобыть. Ага, и ветки у меня есть. 4, ага, есть, 4 ветки осталось. Короче, добываем опять железно и опять добываем ветки. Ветки! Их можно еще вот таким образом подбирать, их тут полно, этих веточек, вот лежат. А вот с железом проблема, я больше не знаю, где их местоположение есть, чтобы их опять добывать. Придется ждать одного дня, один суток, чтобы прошло время и опять отреспавнились все эти штуки. Беда. Вот без железа никуда. Предлагаю пока сразиться с кем-нибудь. Так, ну шо, кто? Или давайте заарканим еще одного раба. На мне теперь ништяковая одежда, сражаться я могу. Нам надо выставить на быстрый доступ теперь кнопочки другие. Яйца останутся, это мы убираем. Нам надо выставить... Кстати, смотрите, что я нашел было с одного. Когда убивал... Это кинжалы. Я вспомнил про щит. Нам же надо сделать щит. Во! Ах, вот для чего нужны были кости. Твою ж мать, а я все перемолол. А я могу сделать деревянный щит. Дерево. Бочевка. Осталось добыть дерево, но кинжалы тоже шикарно, да, смотри. Думаю, многим моим зрителям нравятся кинжалы. Но я люблю оружие, одноручное, либо двуручное. Че надо было дерево? Забираю отсюда дерево. Давайте сделаем себе щит, чтобы выполнить задание. Чтобы продвинуться дальше. Сделал. Сейчас мы его нацепим, это придется убрать. Дубина. Куда поставим дубину? У меня места уже нет. Нам и дубину надо ставить, и веревку. Давайте вместо вот этого топорика поставим дубину. Веревку сюда. Вот, яйца, чтобы кушать. Щит, шестерочка. То есть сначала оружие. Тройка, шестерка. Как блокировать? Кнопку блока покажи. Ой, дуреха. Shift, Control. Control! Все, пойдем выполнять задание. Нам надо заблокировать атаку, и тогда... Смотрите, ребят, для чего я делаю? Чтобы закончить вторую главу, я должен заблокировать атаку. Все. Сейчас мы это все продемонстрируем. У меня уже ноутбук нагрелся, надо бы его остудить, его пыл. Вот тут у нас люди. Давайте поможем. Вау, что... Это сейчас что было? Тихо! Боец! Блок! Ставь блок! Так! Я заблокировал! Я же заблокировал атаку! Почему мне не засчитало? Уже два раза заблокировал! Кушаем яйца! Больно? Да ёп! Всё? Почему этот дурак стреляет в меня, когда его тоже бьют? Ой, лол. Вот. Он чё, дурачок? Смотрите, его бьют, а он в меня стреляет. Лол. Забавно. Я пока отхилюсь. Ну все, наконец-то он понял, что бить надо. Не меня. Чё-то броня меня вообще не защищает. Так. Яйца жрём. Мне бойцы не нужны. У меня боец один есть, поэтому, ребят, я не делаю из них рабов. Давай. Шкурицу-то будем. Так, он его убил? Обалдеть ты, мощный гад. Давай. Заблокировал. Шо?
Камана! О! Взрывной! Вот этого взрывного я испугался было, думал, что с ним произошло. Он взял, просто взорвался и все. Так, мне яйца нужны, пожалуйста, ты мне дашь свои яйца? Мне они жизненно необходимы. Спасибо, он даже не ругается. Хаваем. Не хавай. Да захаваю шо? Надеюсь, это не... Это был кто? Давай, иди сюда, гад. Взрывной! Что-то много взрывных стало. У него был камень. Камень нам не нужен. Все. А это кто? Еще один шой. Так, шкурца добыл. Пойдем искать еще, что ли? Я не знаю, что нам дальше, ребят, делать. Мы пока ждем железо от респавницы, будем бить и искать новых рабов. Мне нужны новые рабы, не только бойцы. То есть рабы разделяются на разные категории. Мы сейчас все это дело прочекаем, найдем. Вижу еще одну жертву. Так. А если с кинжалами посражаться? Давай-ка попробуем. Это бабеха. Ну шо? Копьеносец? А это плохо? Это боец? Это боец! Ладно. Нам этого не надо. Мы ее убьем. Смотрите, а с кинжалами она сражается ништяково. Мне нравится. У нее только камень есть. Это плохо. Камень нам не надо. Шкурцу ее мы заберем. Хе-хе. Со шкуры падают шкуры. Так. Кто у нас там следующий претендент? Где... Иди сюда. Так, давайте, это тоже боец, по всей видимости, да? Да, это броник, это броник. Мы его... Так, не бей. У меня закончилась стамина. Не бей. Давай, дубась. Так. Да. Дай мне тебя... Ага, ага, ага. Моя очередь. Броник, ребят, теперь у нас будет броник. Видите, у них есть свои собственные, то есть таланты, они владеют, и поэтому мне нужно как бы быстренько его связать и потащить домой. Домой. Все, ты мой. Хе-хе. Говорили издавна то, что типа, мол, вот. Мужчины, мужики тащили баб, дубили, дубили, дубасили, да, а потом тащили их, это самое, к себе домой. Но, вот, ребят, вот вам настоящая правда. Женщины дубинками забивали мужей и тащили домой. Вот вам истина, вот вам история. Ползи! Иди сюда, мужичок. Так, теперь мы тебя... Каша у меня есть, и раб у меня тоже есть. Я его принес. Да. Все, ребят, он у нас готов. Все, раба мы принесли, осталось ждать, пока он будет кушать нашу кашу, которую мы его сварили. И будет теперь за нас. Броник, броник получается. Он будет готовить броню или что, я не знаю пока, но... Но он у нас... Ты делаешься? Ты... Не понял. А, окей, плей. Все, я нажал плей, и он начал делаться. Все, все, ребят. Плюс раб. Осталось только дождаться. Я тут пока ждал, мяско уже сделал. Вот, сейчас покажу. Где? Вот, пожалуйста, 6, 7 и 8. Две рыбки я оттуда забрал. И кусок мяса, можно скушать. Опа. И здоровье сразу быстренько пошло. Так, давайте посмотрим. Так, он у нас готов, я его могу забрать. Я его все. Я перегружен, огромный чел. Давайте мы его на шестерочку поставим. Так, малой, как мне тебя вытащить? Нельзя разместить этого раба. Нельзя? Если я подойду к броннику... Тихо.
Вот, броник где-то здесь, да? Верстак броника, и теперь я нажму на шестерку. Нельзя разместить? А если я тебя сюда положу? Вот написано раб. Я понял. Все. Вопросов нет. Вопросы сразу отпали у меня. Так вот как ты делаешься-то. На, можно от первого лица. Плюс раб. Только я вот не понимаю, что он делает. Он мои ресурсы тратит или нет? Я... не понимаю немного. Ну вот раб, да, допустим. Он... делает... пряжу, может быть. Написано пряжа и все. Что-то, я не понимаю немного. Надо запомнить, пряжа. Если она в рюкзаке у нас появится, значит он ее сделал. Шо? Не знаю, ребят, он что-то, наверное, делает. Кто знает, напишите, пожалуйста. Я не понимаю, зачем нужен раб бронника. Я понимаю, вот она охраняет. У нее есть меч. Я ей мяско дал, она стережет. Ой, я мясо съел. А вот он что делает, непонятно. Ладно, в общем, давайте мы с вами продолжим уже в следующей серии. С вами был Джейдун. Всем спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал, если ты еще не подписан. Серия была очень сложной, у меня прям мозговой штурм, язык заплетается, еще и игра начинала лагать, поэтому нужно ноутбуку моему отдохнуть, а уже потом мы с вами продолжим проходить за... Вот, пойдем за железными слитками, чтобы сделать новые виды своих деятельностей. Кирку нам надо сделать, топор нам надо с вами сделать, обновить свои все... Это что за... А это облака? Думаю, что за тень такая огромная? Вот, давай, пока.